14 медалей завоевали тэквондисты из Коми в Южной Корее. Первые всемирные игры по тэквондо ИТФ проходили в Сеуле и завершились результативно для школы боевых искусств Анатолия Чиканчи. В соревнованиях приняли участие 2100 спортсменов из 30 государств. Несмотря на большую конкуренцию, в первый день турнира команда из Коми собрала 11 наград. Всего в копилке 14 медалей – 3 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых.